футболистов. Тренеров нет, но арбитров, ну, в общем, всех людей, которые имеют непосредственное отношение к этому поединку, не стал исключением и сегодняшний матч. Красные слева, синие справа, но это с этого ракурса. А на самом деле, как все в итоге сложится, таким образом у нас остается лишь узнать о Наваре. А Наваре Абдурашид Худой Бирганов, в этом мы могли убедиться. А теперь убедимся в том, что Эшмуродов выбирает, получается, Саида Шахруха, это наблюдатель и комиссар матча. А это стартовый состав от Металлурга. 3-3-2-2, такая тактическая схема, отвеска Стасевича, которая попала. А в средней линии на самом деле 5 футболистов. На, вот показывают уже состав на Сафа 4-3-4-3, но к нему мы позже вернемся. Итак, в средней линии 5 футболистов, на флангах Школа Бердыева, я не исключаю, что он где-то здесь на стадионе. А пока Гафурбеков очень изящно обработал мяч, двигается ближе к центру, переводит на противоположную бровку. Неплохо, Металлург идет в атаку, удар! Дорогие друзья, вы видели этот гол? И такое ощущение, что Абдувахид Ниматов его тоже наблюдал, несколько подергиваясь в воротах. По крайней мере, разобрались. Не исключено, что Исмаилов. Итак, вот он, мяч в ногах. У игрока с левой ноги удар девятку. Красота. Ой, какая красота, а, Бекабадская. Да, друзья, это Исмаилов. И вот так вот сейчас великолепно сработали фланги. Амки. И Насаф как собирается отыгрываться. Пока Насрулаев вешает штрафную, вернее простреливает штрафную. Удар по воротам заблокирован. Надо подбирать мяч, конечно же, что и делать в итоге Гафурбеков, потому что... Очередной угловой от Каршинцев и снова Сыдыков. Отправляет мяч на ближневоротарской. То мяч отлетает к Джавахиру. И снова он вешает штрафную. И снова Металлург очень спокойно, грамотно обороняется. А вот эта история завершится навесом, ударом. Мяч летит над воротами. Правда, мяч потеряли бекабацы. А вот это может обернуться ударом и... А как мяч не влетел в ворота? Лобаном вытащил. А дальше... А дальше Насрулаев и снова низом Шурзот. Пока нет, а вот теперь наброс, удар! И не помещали здесь друг другу два футболиста. Вот. Зато другой его партнер по противоположному флангу вишет воздухом, и неплохо-то получилось. Почему не смог оторваться от Шмуродова? У Ташкузиева скорость-то неплохая. Вот это чем завершится? Классным подкатом! Рисковал сейчас. Вот там Палич был. Ходят со своей половины поля. Приближаются к штрафной площади Насафа. Да, не... Чтобы сравнять счет. Навес. Удар! Кого забыли? Можно проиграть 13 матчей, но... 12 матчей, но АГМК надо победить. А если другие матчи тоже вот сравнить, проводить параллели, пока ведь обработать мяч. Но смотрите, как счастье ему улыбнулось. Вот это вот опасно. Налево, направо пошел пас. Омонов упал. Рефери говорит, давай. Давайте смотреть. Раз, два. Ну, вообще-то удар по ноге был. Другое дело, что Омонов не сразу сообразил. Смотрите, вот здесь вот. Раз. Вот здесь удар по ноге был. Падать надо было сразу. Омонов упасть и упал бы. Ну, мне кажется, на точку указал бы арбитр. А кто есть еще на скамейке? Чем все это завершится? Навесом! Ой, не попадает Матеус. У какой был момент? Самый опасный. Ну, хорошо, что они есть. Навес. Не, ну... Матеус. Лима. Круз Лукаку. Сможет ли Насаф тоже ответить красиво? Разбег, удар, низы мяч летит. Лобанов отразил и... Насрулаев с левой ноги штрафной. Удар по воротам Аликулов. Не, ну Насаф сегодня сколько будет мазать, а? Галиб, хорош, Шерзот. Тоже хорош, и счет у нас мог стать. Вот здесь, смотрите, оп, удар. От газон. Заваливался уже Александр Лобанов. И, несмотря на это, успел
выбросить ручку, сыграть мяч. Третий сейв. Базаров. Базаров! Падает и зарабатывает штрафной, показывает рефери. Внимательно изучает Худайберганов этот момент, дабы определить, где упал Базаров. Может пробить. Фол. Подождите, стоп. За пределами было? То, что фол был, это факт. Я не знаю, почему там Аликулов-старший возмущается. Странно. Мяч не сыграл. А может и нет. Ну что ж, очень важный момент этого матча. Если Лобанов и этот удар отразит, тогда не знаю. Он не отражает. На 70-й минуте счет становится 1-1. Насав таки забивает свой гол. Ну да, все здесь четко. Пройдет передача. Проходит. Бей! Ташкузиев! А вот сейчас Насафу не до иронии, потому что Хуснудин у мяча. Гафуров бить не будет. Точно пойдет передача. Навес. Удар. Нет. Голу до сих пор не показали. Да вообще по-хорошему там можно и пойти в ВАР посмотреть. Да, это может быть не красная карточка, но Аликулов уже, вот, что-то, я непонятно, он заведен как-то. Спорит в тех ситуациях, где он 100% не прав. Ну, прошла, может быть, на Гафурова. Тот упал. Матеус решил вот так действовать. Ему непросто, ему сложно. Приходится бороться в прямом смысле. Живот. Космынину. Сейчас рассматривает эпизод на наличие красной карточки. Она, покажите. Итак, желтую. Красную показывают Матеусу Лиме и выдворяют за пределы поля. Обычно в кармане футболки желтая карточка, красный штанах, в шортах. Но здесь... Так, здесь борьба. А, вот оно в чем дело. Ну, отмахнулся и в лицо угодил Космынину Лиму. Там была на самом деле борьба, вот здесь вот друг друга хватали. Мне кажется, Лима специально не бил по лицу, но так отмах... Скелеты в шкафах. Отдай, отдай, хорошо, разгоняйся, влетай в штрафную, падай! И получи желтую за симуляцию. 5 минут. Остается Суюнов. Важный момент, Манонов. Наверное, штрафную мяч вынесен. Подбор за Коршинцами. Насруллаев. Сегодня как-то у него с передачами, да, не очень. А может быть вот сейчас. Вот он этот момент. Навес. Удар и передача. Насруллаев. Он ее готовил в 92-й минуте. Насав, друзья. У них надо брать мастер-класс. Это команда, которая лучше остальных в нашем чемпионате. Нет, Насруллаев сделал и в основном низом. И всякий раз у него пасы были неточные. Но вот тот самый момент. Он готовил свою одну, единственную точную передачу на 92-ю минуту. И вышедший со скамейки Алибек Давронов совершил. Вы знаете, на мой взгляд, этот гол, вот этот гол, лично для меня, он даже красивее, чем гол Иргаша Исмаилова. Хотя Исмаилов заберет. Это гол будет конкретного матча. Фанатам нравятся такие голы с дальних дистанций. Но спросите у нападающих,